проведение фестиваля хоккея совпало с праздничной датой. 23 февраля в нашей стране чествовали защитников Отечества, а те, в свою очередь, решили продемонстрировать боевую мощь российской армии. На главной площади Алакурти развернулась выставка военной техники. Современное оружие и боевые машины, снегоходы и вездеходы, без которых в заполярных лесах просто не обойтись. Гранатометы, беспилотники, оборудование для проведения химической разведки, радиостанции. Всем, кому это было интересно, военные давали пояснения о тактико-технических характеристиках представленных образцов. Впрочем, некоторые участники выставки сами могли рассказать военным о возможностях современного оружия. Вот там вот скрытая пушка в одной машине есть. Туда вот дергаешь и можно подстрелить противника. Есть еще один гранатомет, который вот сюда огромную гранату заряжаешь туда, и можно атаковать. В восторге от посещения этой выставки остаются не только дети и мужчины. Представительницы слабого пола тоже с интересом разглядывают военную технику и даже не отказывают себе в удовольствии подержать в руках автомат. Я не первый раз уже на таких выставках, и очень интересно ребенку. Дети очень радуются. А мне интересно почитать, что такое и для чего оно предназначено. Да, захватывает, и хочется попользоваться этим всем. И посмотреть, что оно вообще из себя представляет. Пока одни изучали возможности военной техники, другие демонстрировали боевой дух и спортивный талант. На ледовом корте, начиная с полудня и буквально в режиме нон-стоп, проходили хоккейные баталии. Правила игры проще не бывает. Каждому по клюшке, вместо шайбы мяч. Ворота миниатюрные, как и некоторые игроки. Для участия в программе «Добрый лед» заявилось больше 150 участников. Для многих из них выход на лед и участие в таком состязании стало первым в жизни, первым и решающим. Я в хоккей не играла, любила только кататься на коньках, а ощущения, думала, легко будет, но так сложно кататься, скользко еще. Да, пришли всей семьей, первый раз такой праздник, очень понравилась организация, весело, хорошо. Планируем выиграть этот турнир. Пока одни рвутся к победе, другие лихо скользят с горки, дегустируют чай и кашу из походной полевой кухни. Весело проводят время на игровой площадке. Большой фестиваль «Добрый лед», организованный при поддержке фонда Тимченко, праздник семейный и спортивный. В нашем регионе эта программа работает уже 4 года. Ее главная цель – дать толчок для развития непрофессионального хоккея в маленьких городах, поселках и военных городках. Мы готовы предложить участвовать в других компонентах нашей программы. Во-первых, это конкурс грантов, конкурс инициативных проектов, когда любая спортивная организация, детская школа, спортивный клуб могут подать заявку и получить денежные средства на развитие своего спортивного хоккейного проекта до 1,5 миллиона рублей. Также мы централизованно принимаем заявки на получение хоккейной экипировки и можем выдавать ее юным спортсменам, в том числе и воинских частях, участвовать в праздниках, выезжать на наши какие-то другие соревнования. То, что «Добрый лед» получит свое продолжение и развитие в Кандалакшском районе, сомнений нет ни у представителей фонда Тимченко, ни у любителей хоккея. Жители Алакурти, например, уже выразили желание поучаствовать в конкурсе проектов и получить грант на строительство крытого катка в селе. Жители нашего города тоже, скорее всего, отставать не будут. Ну а подробнее о возможностях программы «Добрый лед» можно узнать на официальном сайте проекта.